Я понял, хорошо. И на него отдельный адрес, да, дается, который, допустим, он у тебя отключен. Ты просто посылаешь. То есть тебе могут на него прислать крипту, не подключая к интернету. Ну, Это, к интернету. я не знаю, хороший вопрос, надо выяснить. Честно, Надо будет тоже потом изучить мне, потому что должен, я надеюсь, в этом году придет, потому что не... не, я просто его оплатил еще месяца два назад или три, там, и вот он, какие-то проблемы там с DHL, там, или что там, с доставками международными, там, санкции, все дела, в Россию не это, и вот поэтому мне до сих пор еще не доставили, а так я уже купил, там. Вы, наверное, в курсе, да, что дефицит сейчас вообще по всему практически, ну, по многим вещам, по крайней мере. По Да. материнским платам, по SSD-дискам, по видеокартам, по машинам. Вот я в салоне машину забирал, вторую, а я говорю, вот машины там стоят, вот моя, черный цвет я хотел, мне там другой пришел, ну, более такой, кстати, потом понравился, и он говорит, а все, машин нету, то есть в следующем году только у нас поставки, вот это вот сейчас доразбирают, и все, у нас в резерве ничего нету, ну, в Хендае. Так говорит по многим, вот он еще, я говорю, во втором тоже в Volkswagen, у нас там то же самое. По приставкам, вот я себе приставку Sony PlayStation 5 покупал, я еще успел там на радиорынке найти за 56, Андрей у нас выключился. Андрей исчез доклад. Видимо, выкинул его. Да, а потом я вот Владу тоже покупал подарок, другу своему, Перковскому, ты тоже знаешь, наверное, общался, наверное, да, с Владом? Ну, неважно. По-моему, с кем-то общался, да, он говорил, 74, что... то я на радиорынке, вот на Митинском нашел. У нас там такой достаточно большой, единственную приставку. Сказали, что тоже поставки будут только в 22-м году. И там я еще там кое-что докупал, там тоже, в общем, жесть. С дисками. Такая, а, с этими, с телефонами еще так, но вот у меня в Сочи там вообще ничего не купить, ни Sony PlayStation, я там 2 месяца ездил или 3, как они вышли, ни в одном магазине, и заказать там тоже на следующий год только. Вот здесь вот кое-как нашел. Телефоны я тоже жене вот подарок на Новый год 12-й заказывал из Москвы, мне вот друг покупал, пересылал туда. Там можно купить, но перед Новым годом вообще был ажиотаж. Сейчас там попроще. Кстати, Вова, а по поводу вот техники я хотел. Ты не пользовался еще Амир Капиталом? У тебя же там, наверное, достаточно неплохо идут баллы, солары. Вот мой ноутбук, этот MacBook Pro 13. А, ты его взял, да, по этой теме? Я купил за 200, что-то 8-6 баллов. Телефон ты взял, да? Да. Да, у меня сейчас вот, я подождал, у меня сейчас 340 баллов. Вот я, в принципе, могу такой же MacBook 2 взять, но мне куда их солить? Ну То да. я там уже, я не Ну, у знаю, тебя там, если у тебя такой оборот, это ты вообще, у тебя нормально там выходит. стоит 10 по 120 баллов. 110, 120, да. Ну, у меня, по-моему, на то, в том месяце что-то около 50 или там что-то около того пришло. Что-то. Ну, сейчас где-то по 60 где-то будет. Вот судя по курсу, что сейчас 60, может, там чуть больше там. Не пользовался, кстати, как они называются, скидочные карточки там в Кусвил, там в Спортмастер. А, не-не-не-не. Подарочные, нет? Я просто не знаю, За солары, да, которые можно купить? как... Да. Нет, я не покупал ни разу. Вот. Я брал себе стабилизатор, ролики снимать на телефон, и вот телефончик взял. Ну, сейчас набежит тоже, там еще что-нибудь, ноутбук там возьму, там жене уже там Я что-то. вот только в Москву приехал, и я заказал еще оттуда, но заказал сюда. И я прям А. приехал, мне через неделю вот его доставили, приехали. Да, там нормально. Я вот тоже после праздников майских мне привезли. А мне с этими, с подарочными картами подсказал вот Николай Кузьменко к нам приходил на прямой эфир в закрытый клуб. И он говорит, вот я каждый месяц там в этот, в Азбуку Вкуса беру, там подарочные мы ездим, там и все такое. Я тоже подумал, а что, зачем мне тратить реальные наличные деньги, если я могу за 40 баллов купить, я все равно езжу в эти магазины, вот Вкусвилл, Ну нам очень нравится. Не знаю, в вашем городе есть Вкусвилл, нету? да. Азбука вкуса нет, по-моему, у нас нету. Нет, Вкусвилл называется. А, вкус. Нет, по-моему, нет у нас. Я Ну, понял. надо Они сейчас уже, посмотреть. да, они сейчас вот на рынок акций уже выходят, IPO-шка у них сейчас будет ходить. Вот у нас Сочи только появилась перед отъездом, несколько магазинов тоже открылось, тоже не было. Но они сейчас по городам так разрастутся, я так понял. Там мне просто продукция нравится, она там без всяких там ешек, без, ну, короче, такое натуральное, более-менее.
Ну, надо глянуть тогда, да. Я что-то на эти карты не обращал внимания, а так по факту то что. Можно и попользоваться. И все. Так, что-то у нас... Этот, я от этого часы получил от Френдекса по промо. Слушай, а мне тоже подарок этот тоже должны прислать, но никак не прислали. Я же тоже вот промоушен еще месяц назад. Ну, я когда уже, наверное, месяца два прошло. Но мне месяца... Я неделю назад получил. Ты как их получил? Кому заявку? Вышестоящему спонсору отсылал? Так, ну, у меня там брали данные, да, адрес там, все эти дела, все взяли. И потом я еще несколько раз там прозванивал, там, ну, в итоге додавил, и они пришли. Они мне нужны. Я вообще вот себе вот смотри, вот такие, короче, в этом купил тоже перед отъездом. Это вторые часы, это Xiaomi. Samsung? Xiaomi? А, все понял. Да. У меня, я жене тоже, мне на Рой-клубе дарили часы, подарок, вот как у тебя, это Apple, я жене отдал. Почему? Они мне не нужны, во-первых, потому что там батарейка один день держится, мне это вообще прямо... Ну, два дня максимум, да. Вот у меня, допустим, тоже, ты говоришь про Xiaomi, у меня вот такого формата, это вот просто месяц. Вот, у меня тоже месяц держится, и... Да. Я вот в бассейн езжу. А, кстати, я тебе дам эту. Если в море, не надо в море ни кунаси. Я, у меня такие вот одни были. То есть под душем нормально все, в бассейне тоже нормально все. Как только в море зашел, проплыл туда-обратно, вернулся, они мне потекли. Это что за фирма? Какая? Это Xiaomi тоже. Боже, Xiaomi? Да, Xiaomi, да. Это Amaz Fit Bip, там как-то так. Это тоже Amaz там 2.0 там какой-то. Да, ну, это у меня старая модель, сейчас еще новее есть, я знаю. Ага. Вот, я просто тогда взял, а мне понравилось то, что реально вот просто месяц можно вообще не заряжать. Слушай, ну я вот в бассейне у меня там в Сочи, когда я ходил, там морская вода, вон прям на берегу моря. Да? Да, у меня, в принципе, все нормально. Ну, не знаю, вот у меня потекли, и я потом такой, нет, не буду уже больше рисковать. Вторые взял себе, потом думаю, нет, в море я больше в них не полезу, думаю. Ну, Casio у меня вторые, они вообще без проблем. Я вот сколько плаваю. Но это же не смарт-вотч, Casio. Не смарт. Ну, не смарт-вотч, да. У меня Casio тоже в них там, хоть где там купайся. Непробиваемый, там батарея уже 10 лет, по-моему, держит. У меня тоже лет 10, я вот часы просто их на полку там в офисе поставил. Да-да-да. Причем все остальные батарейки просто на всех часах сели, которые не носишь, а эти вообще еще идут. Global Star Club. Возможности безграничные.